Introducing first, fighting out of the blue corner. He is 26 years old. He stands 182 centimeters tall. Official weight 77.5 kilograms. His professional record 15 bouts, 11 victories and 4 losses. Ladies and gentlemen, representing Lithuania, Mindaugas Silent Assassin Vežbickas. And his opponent across the cage fighting out of the red corner. He's 34 years old. He stands 177 centimeters tall. Official weight 77.6 kilograms. Professional record consisting of 17 bouts, 10 victories against 7 defeats. Ladies and gentlemen, representing Russia, Ibrahim Tipilov. And your referee judge, Piotr Mihalov. Русские весовые показатели бойцов значительно старше Ибрагим своего оппонента, но значительно выше Миндаугас. Хотя рекорды примерно одинаковые, да, несмотря на молодость? Ну, даже получше, я бы сказал, у Миндаугаса рекорд все-таки 10-7 такой. Очень боевой, я бы так сказал. Послужной список у Тибилова. Посмотрим, как 8 лет разницы скажется на их бое. С очень жесткой рубки начался у нас бой. Первый раунд, да, сразу полетели без разведки оба бойцы вперед. Хорошо цепляет на отходе левой. Ну и молодой оппонент не тушуется перед более старшим. Хорошее колено вставляет Миндаугас. Будет ли он пользоваться своим преимуществом в росте, да, доставать коленями там до головы. После такого обмена коленями следует перевод в партер, да, и все-таки рост помешал, мне кажется, перевести. Да, не, вроде бы вытащил, но тот еще стоял на ногах. Пока сил полно, сил много, и тот и другой могут спокойно вязать, прихватывает одну ногу. Будет ли посадка, да? Вот та самая посадка, про которую я подумал. Судя на одно из самых частых положений, которые мы видели, это гард, переходящий в треугольник. Но раздвигает локти Ибрагим, все правильно делает, не давая просунуть свои руки. Хороший правый удар рукой в голову наносит Ибрагим. Пытается там подвернуться снизу на рычаг поляк. Грамотно защищается Тибилов, не получается поляка. Да, тем временем, пока поляк пытался снизу подвернуться, Тибилов занял еще более выгодную позицию, оказавшись сбоку. Спокойно скидывает он ноги Миндаугаса. Фактически оказывается за спиной. Да, и опять мы видим вот все вот эти переходы из позиции на позицию, да, преимущество в борьбе, так скажем, российско-осетинских спортсменов.
Даже если сейчас встанет, что не даст ему сделать Ибрагим, он полностью заправил ноги, растянул литовца. Тот пытается огрызаться, пытается развернуться, но не так просто ему это будет сделать. Прихватывает на удушающий Ибрагим Тибилов. И будет ли сдача, додавит ли. Нет, пока рука лежит на подбородке. Огрызается, даже находясь в таком положении, Миндаугас. И получается у него выйти из него. То есть он может быть и первым сегодня европейским бойцом, который продемонстрирует нам борьбу. Возможно. Снова увидим вязкую позиционную борьбу в партере. И умудряется развернуться и оказаться в хавгарде, встает на ноги. Очень и наносит удары. Очень тяжелые удары. Попадает Миндаугас по Ибрагиму Тибилову. Тот прихватывает на ногу. И на самом деле непонятно, кто спасся. То ли литовец от болевого на ногу, то ли Ибрагим от Тибилов от добивания. Я думаю, мы увидим продолжение во втором раунде. Обязательно, но ногу не так плотно прихватил Тибилов, я думаю, что это скорее была попытка защититься, да, от плотных ударов, которые летели в голову. Ждем второй раунд. Второй раунд. Пошел вперед литовец. С ударами ног. Попадает он руками двойку, но тут же просто идеальный перевод, да. И борьба в стойке, перевод в партер. Можно пересматривать и записывать. Получать эстетическое удовольствие. Умудряется выбраться все-таки из трудного положения. Да, еще пытается прихватить руку молодой литовец. Но я думаю, не так просто будет это сделать осетинскому борцу. Интересное техническое действие. Да, не самое частое положение, в котором оказываются бойцы. А что такое осетинская борьба, можно вспомнить недавнюю фееричную победу Марата Балаева, который показал, что даже находясь в возрасте, да, и имея хорошую борцовскую базу, можно спокойно забирать чемпионский пояс у молодого. Поэтому в этом бою молодому литовцу придется очень непросто. Хотя он не тушуется перед более взрослым
Ну и видно, что те удары, которые он наносит, очень чувствительны для Ибрагима. Да, конечно же, это не может не сказываться. Пропускает Ибрагим, несмотря на свое прекрасное чувство борьбы. И тем временем он забирает маунт. Попытка вставить локоть, но увернулся литовец. И взял на болевой. Ибрагим, будет ли? Встает, выходит из опасного положения. И сам садится на рычаг локтя литовец. На него, конечно, надо подниматься Ибрагиму Тибилову. Очень опасное положение. Прихватил на треугольник и вытягивает он руку у Ибрагима Тибилова. Но я думаю, Ибрагим не сдастся и будет до последнего, конечно, выкручиваться. Ну, собственно, и выбрался он из этого положения. Да, еще не просто выбрался, а забрал спину. Но это сегодня первый бой, который мы видим, который нам показывает хорошую работу борьбы в партере оба. То есть не просто залеживаются, а делают приемы, переходят. Меняют позиции. Да, из одного положения в другое. То есть абсолютно равные соперники. Пытается встать литовец, но растягивает его Ибрагим Тибилов. Снова прихватывает на удушающий Ибрагим своего оппонента. А пока с двух рук одновременно, почему бы и нет, подумал литовец. Но, судя по всему, силы не бесконечны и тяжело держать. Выкручивается в очередной раз литовец, оказывается в гарде. Очень тяжелые удары пропускает Тибилов. Очень. Встает на ноги литовец и с ударами просто влетает и попадает. Точно в челюсть он попадает Тибилову. Ибрагиму надо срочно предпринимать меры. Пытался он мастить, но безуспешно. Все в маунт, да. Начинает локтями разбивать голову. Очень тяжелый, пропускает удары. Гонг останавливает это добивание. И, возможно, даже спасает Ибрагима. Тяжело он поднимается с настила. Тем интереснее будет заключительный третий раунд. Финальный третий раунд интереснейшего противостояния. Видим, что не восстановился Ибрагим. На самом деле покачивает его. В таком состоянии Гроги находится. Коленями просто тяжеленными обрабатывает, но прихватывает ногу и переводит в партер Ибрагим Тибилов. Но, судя по всему, сил совершенно нет.
не сумел он восстановиться за эту минуту. Казалось бы, нога рядом, пятка рядом, но ему сейчас не до этого, да, и если так будет продолжаться, рефери, да, конечно, надо уже останавливать бой, рефери. Здоровье превыше любых рекордов. Призывает к активной защите. Прихватывает на удушающий, но там уже точно, по-моему, под челюстью. Все, сдача. Поздравляем с победой Миндаугаса. Миндаугаса, да. Вершбицкаса. С тяжелой победой. Не просто так дался ему этот бой, потому что поначалу он его проигрывал. Но оказался больше готов функционально и за счет этого выиграл. Нас ждет официальное объявление результата поединка. Поздравляем Миндаугаса. Panie i panowie, prosimy o chwilkę cierpliwości. Za chwilę dołączają do nas widzowie Polsatu Sport. Za dwie minuty kolejne pojedynki gali ACB 53, Young Eagles 15 w hali Urania w Olsztynie.